В адрес администрации президента Приднестровья стали поступать запросы относительно возможных переговоров между Вадимом Красносельским и Игорем Дадоном. Интересуются этим и зарубежные средства массовой информации. Напомним, ранее президент Молдовы на своей странице в Фейсбуке сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Приднестровье. В связи с этим пресс-служба главы государства информирует: обращение с предложением организовать двустороннюю ознакомительную встречу в адрес президента Вадима Красносельского уже поступило. В настоящее время инициатива молдавской стороны изучается руководством Приднестровья. Конкретные сроки и параметры возможной встречи глав государств будут анонсированы позднее.